Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим конвертики хрустящие из лаваша, творога, фруктов и варенья. У вас получится тесто, как у самсы. Они будут очень вкусными, сладкими, хрустящими. В начинку на двух человек, чтобы досыта полакомиться, достаточно одной пачки творога. Я добавляю домашнее варенье. Вот у меня есть слива, абрикосы. Сегодня я буду использовать сливовое варенье. И различные свежие фрукты. Для меня достаточно пару почищенных яблочек. Если вы любитель бананов, можете добавить еще банан. Если у вас нет варенья, можно добавить просто размоченный почищенный изюм или чернослив, или кураку. Здесь фантазия очень богатая на разный вкус. И всегда они будут получаться с разным вкусом. Но с любым дополнением из фруктов они будут очень-очень вкусные. Готовятся очень легко. Сейчас порежем мелко яблочки. Добавим пару ложек варенья. Варенье у меня сладкое, с кислинкой. Я думаю, двух ложечек будет достаточно. И разомнем. И все, и начиночка готова. Никаких забот и хлопот. Не нужно заранее ничего варить, тереть, резать. Все готовится за 15 минут. Итак, начиночку мы приготовили. Также достали очищенное растительное масло, подготовили тарелочку. Сворачиваем уголочком, прижимаем, заворачиваем вот так плотненько, раз, два, и последнее здесь пустое место, примерно 1,5 сантиметра, вот так. Так получается у нас запечатанный конвертик, ничего никуда не вытечет. Конвертики наши готовы, маслица у нас разогрелась, свернутой стороной вниз. Конвертики готовы. Посмотрите, очень красивые. Не развернулись. Снимаем их на тарелочку. Закладываем вторую порцию. Точно так же. Вот такое вкуснейшее блюдо у нас получилось. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.